Сегодня мы будем готовить вот такой вот вкуснейший соус сацебелли. Мы берем 400 грамм помидоры. Я их вот так вот нарезаю на кусочки. Помидоры и чеснок я пропускаю через мясорубку. Так, наш соус мы ставим на печку, добавляем сюда сольки. Добавляем черный перчик. Добавляем 1 чайную ложку уксуса 9%. Добавляем 2 чайные ложки хмели сунели. И провариваем 15 минут, после чего мы выключаем и остужаем это все. Балансирование вкусов я добавлю еще чуть-чуть сахара, буквально пол чайной ложечки. И все, все это мы провариваем. Так, мы берем наш соус, туда мы меленько-меленько нарезаем большой пучок петрушки. Все, сюда мы отправляем петрушку. Все это мы хорошенечко перемешиваем. И все, наш соус сацебелли готов. Вот такой вот он шикарный получился. А пахнет невероятно ароматно. Пожарили шашлык, и этот соус идеально подходит к шашлыку. Вот так вот мы его поливаем. Это очень вкусно пахнет чесночком, травами, зеленью. Всем приятного аппетита, до новых встреч, пока-пока.